террористы! Прыгай в машину! Прыгай в машину, террористы! Прыгай! Прыгай в машину! Соседи, мы прибежали четвером. И вот все столпились в двух, как бы, входах в эту синагогу и не могут зайти в бомбоубежище. А на небо смотришь, железный купол там сбивает, и сотни каких-то, неимоверное количество ракет, сирена орет, не останавливается. И женщина вышла, пожилая, лет 85, они ее прям в спину, она получилась между мной и ими. На ней ее в спину, она падает. Выбегай, выходи с машины. Выходи с машины, домой нельзя, не там, на нашей улице. Михабель, этот террорист, бежит прямо на нас, ну, уже метров, наверное, 15 он от нас. И я понимаю, что буквально считанные секунды он просто добежит до нас и в упор нас расстреляет, и вот последний шанс это бежать. И, короче, мы побежали, все. И я уже вот с семьей этими пулями, в общем, не знаю, Бог дал мне эти силы. Я понимал, что если я остановлюсь, она остановится и так далее. И вот мы бежали, перебежали дорогу мимо прямо этого джипа, вот этой машины этих террористов, там еще двое сидели, они вообще, наверное, не сориентировались, кто-то бежит, куда бежит, я весь в крови, а она вся в крови. Все вот эти дома, они вот тут у меня соседи живут, пожилые, там пожилые, ну они бы всех расстреляли, если честно, ни одного бы не осталось. Те, кто пришли, вот на нашем районе погибло порядка 6 человек, которые не должны были погибнуть, они просто пришли, те, у которых дома было оружие, то есть это полицейские, это те, кто пришли на субботу из армии, два брата, гуры, молодые ребята. То есть просто люди, если бы они из своего дома не вышли бы, их никто не обвинил бы в трусости, ничего. Но они вышли, они защитили этот район, они отдали свои жизни. Они отдали бой вооруженным до зубов террористам, у которых были и гранаты, и гранатометы. Террористы, когда поняли, что здесь им дают отпоры, они перебежали на ту улицу, как раз вот где они продолжили творить это вот зло свое. Это был судный день. Сотни раненых, убитых, все в крови. Приезжают и приезжают эти амбулансы, вертолеты, короче. Кстати, врач, который меня оперировал, араб был. Вот. Очень много медиков арабов. Я думаю, что добрая половина человечества все-таки за Израиль и понимает, что здесь произошло. Все те, кто сегодня помогают Израилю, как говорится, чтобы Бог был всегда с ними, чтобы Бог всегда их благословил. И чтобы, наконец, в Израиле вся эта ситуация успокоилась, наладилась. И чтобы мы никогда над головами своими не слышали звуки вот этих сирен. И чтобы к наши дома никогда не пришел террорист, который вот здесь стоял, возле этой калитки. Чтобы просто никто в мире, все хорошее человечество, с этим никогда не столкнулось. А всем спонсорам, конечно, дай Бог вам счастья, здоровья с вашими близкими. И чтобы вы продолжали делать добро.